Ольга, если вы не жили в горной деревушке Кипра, значит, вы не видели настоящий остров. Решили мы и приехали в Калапанайот, деревушку, прилепленную на холме. А так как приехали мы в феврале, то в цветущую деревушку. Калапанайотис, от греческого добрый Панайотис. Эти места известны с древних времен своими минеральными источниками с лечебными свойствами. Тут же Венецианский мостик. А главная достопримечательность села – монастырь Иоанна Лампадистиса, состоящий из нескольких старинных церквей. Между прочим, самая древняя в XI веке была создана. Вообще, тут одно из мест первых христианских крещений на острове. Зимой жизнь неспешна и расслаблена. Пара таких сельских дней и чувствуется весна. Подписывайтесь на канал и все на Кипр за гармонией.